Народный депутат Украины Надежда Савченко открыла приемную в Черноморске. В ходе визита парламентарий встретилась с коллективом порта, а также ознакомилась с состоянием берега, где недавно случился оползень. По словам народного депутата, она всячески будет способствовать отселению людей из зоны риска. Ситуація запущена. Для початку треба евакувати людей. От на це повинні йти кошти. Людей треба відселяти з цієї зони. І цю зону треба повністю переформатувати.